привет! Меня зовут Дина Сорокина, и мы с вами в Екатеринбурге. А это Урал-Опера-Балет. За моей спиной парадный занавес театра. Это репродукция картины великого русского художника-авангардиста Михаила Ларионова. В картине уже более 100 лет. Она была исполнена в 1910 году, а театр открылся буквально 2 года спустя. Сейчас в театре идет 110-й сезон. Слава, расскажи, как прошел прошлый сезон? Дина, прошлый сезон был интересным, очень сложным, но по-настоящему интересным. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, мы выпустили 2 премьеры – «Вечер балета» и спектакль «Конек-горбунок». Но что больше всего меня поразило за прошедший сезон – это артисты, это наша труппа, которые, мне кажется, почувствовали, что момент выхода на сцену, он ценен, и он не вечен. И пока ты выходишь, пока ты танцуешь, пока у тебя есть возможность заниматься профессией, это здорово, и это надо ценить. И артисты сделали настоящий качественный рывок, они как будто стали взрослее, они стали осознаннее, и они стали лучше, как танцовщики и балерины. Над «Коньком-горбунком» работала огромная, очень разнородная, невероятно большая для балетной постановки команда. Кто входил в эту команду, как формировалась команда, как проходила работа? «Конек-горбунок» всегда будет стоять отдельно в моей жизни, видимо, поскольку ни один спектакль мы так долго не выпускали. Мы выпускали его 3 сезона, но он постоянно переносился из-за пандемии. И это как был полет с большим количеством пересадок. Но у нас была потрясающая команда. Во-первых, это художница по костюмам и декорациям Анастасия Нефедова, которая позволила нам пойти в новом для нашего театра более радикальном направлении. Это композитор Анатолий Королев, который сделал крайне остроумные транскрипции музыки Пуни, но также в этом спектакле есть его собственная авторская музыка, которая двигает этот спектакль вперед как локомотив. Это рэперы группа Ики Плейс, и это рекламное агентство «Восход», которое позволили нам создать крайне необычный, острый медийный образ этого спектакля. И это мой помощник Богдан Королёк, с которым мы собирали либретто и делали спектакль по крупицам. Громадное спасибо я хочу сказать Антону Пимену, который вместе со мной делал хореографию для этого спектакля. Антон был в нашем театре хаус-хореографа, а сейчас он возглавил балет «Перми». И ведь балетная труппа тоже во многом изменилась за последнее время, помолодела отчасти. А кто исполнял ведущие партии в «Коньке-горбунке»? Примерный состав были Екатерина Малкович и Арсентий Лазарев. Это оба крайне харизматичных и виртуозных артиста, в которых невозможно не влюбиться на сцене. Хорошо, длинные руки, хорошо. Ага, спасибо, спасибо. И вторые партии «Жемчужины океана» исполняли Елена Воробьева и Иван Сурадеев. Иван Сурадеев пришел в наш театр всего лишь 2 сезона назад, но, несмотря на пандемию, он успел выбиться в ведущие танцовщики и был переведен в этот ранг в начале этого сезона. Слава начал мне давать больше шансов, ну, то есть, как бы, больше партий. Я станцевал «Тщетную предосторожность», потом его «Видение розы», «Неаполь», ну, вариации «Сальери». Постепенно я начал справляться. Понятно, всегда есть куда расти, но уровень заметно поднялся, если сравнивать с тем, когда я только-только пришел сюда. Хотя я пришел сюда в качестве солиста сразу же. А
Андрей Геннадьевич, я знаю, что под вашим руководством театр во многом сменил свой имидж, нашел новый подход к постановкам. Скажите, а в чем сейчас репертуарная стратегия театра? Мы классический российский репертуарный театр, где сочетается богатый оперный и балетный репертуар. Мы показываем в сезон более 255 спектаклей. И наряду с этим мы считаем, что и в опере, и в балете должны быть, безусловно, современные названия. Так в оперном репертуаре появились оперы Филиппа Гласса «Сати Граха», Богуслава Мартина «Греческий пассион», Петра Этвиша «Три сестры». Наряду с этим композитор Васильев для нашего балета «Снежная королева» написал принципиально новую музыку. Юрий Красавин написал новую транскрипцию балета «Пахита», и Королев написал музыку для двух балетов. Это «Приказ короля» и «Коню Горбунок». Очень важно, и мы стремимся сделать все возможное, чтобы в репертуаре нашего театра сочетались как классические произведения, как традиции репертуарного театра, так и современная музыка. Хорал балета буквально сейчас идет активная работа над новыми спектаклями. Четыре хореографа работают над новыми балетными постановками на музыку Леонида Десятникова. Из Москвы приехал Максим Севагин, из Петербурга Максим Петров, из Вены Андрей Кайдановский, ну и Слава Самодуров, конечно же, здесь, в Екатеринбурге, также работает над этим спектаклем. Каждая компания такая своя семья, там всегда какая-то своя атмосфера. Интересно везде, всюду заходить, смотреть, что происходит. Вот. И здесь здорово, что все время что-то творят. Здесь не музей. Четверо хореографов, все разные мысли, разные стили. В то же время нас объединяет музыка Десятникова. Но музыка сама тоже очень разная. Со Славой очень
сказать, легко и тяжело работается. Ну, конечно, попервой было с ним тяжело немножко начинать, потому что мы не знали такой хореографии. И когда он приехал, это для нас был немножко шок. Ну, со Славой, ну, не знаю, мне очень приятно с ним работать. Очень большой опыт я с ним получил. Прям огромный. Здесь уже как бы сама удивляюсь, что так быстро время идет. У меня было Дон Кихота вот недавно, а следующий я готовлюсь для премьерного спектакля. Thank you.
Я приехала 4 года назад. Для меня была большая честь приехать сюда на работу, потому что это у нас такая труппа очень необычная, так сказать. Мы танцуем классику, неоклассику, современные постановки тоже есть. И для меня было очень интересно работать с разными людьми, с разными репертуарами. И я помню, конечно, все, когда приехала, очень хотела изменить что-то уже в карьере. И я очень люблю свою профессию, очень хотела танцевать много. Когда я пришла, было много классического почти только репертуара. Сейчас, когда Слава пришел, это все разбавилось намного современными постановками. Я думаю, что мы выросли со Славой очень сильно и продвинулись. И то, что стало очень много современных постановок. Еще побольше, еще! И руки нет! Ну, приезжала Даяна. И очень с ней было комфортно и хорошо работать. Еще она очень быстрее, много дала информации какой-то и перенесла Баланчина, как, допустим, это он ставил, и давала какую-то возможность самим искать. Быстрее. И держи не вводила в какие-то там ногу, узкие держи. Рамки, вот только так и больше никак. Она давала как бы твоей физике, твоей фантазии доделать, спасибо. Доработать. Ногу, там вариация даже была полная свобода, держи, как бы вот держи, это держи, было хорошо. Да, если, конечно, был перебор, она говорила об этом. Но была хорошая работа, мне очень нравилась с ней. И Баланчин, в принципе, мне очень нравится, если честно. Еще хочется что-нибудь попробовать. Парам неравномерно, более синкопирован. Буквально через пару минут начнется показ спектакля «Конек-горбунок». Действие спектакля происходит в Уральских горах. И это еще одна привязка к месту, где мы находимся сейчас, Екатеринбургу. Спектакль получился во многом о горожанах, ведь именно они помогли этому спектаклю реализоваться. Благодаря их поддержке в условиях пандемии спектакль вышел на сцену. Мы придумали и сняли видео, где на темной сцене, в черных костюмах тренировочных, два артиста танцуют отрывок из «Конька-горбунка». И по мере поступления донатов актеры одеваются в костюмы, сцена одевается в декорации. Видео было поделено на 340 фрагментов, каждый из которых стоил 15 тысяч рублей. Как только набиралось 15 тысяч рублей, фрагмент становился цветным, красивым в декорациях, в костюмах. Знают взрослые, знают дети, знают на любом континенте. Дизайнеры знают, знают ботаники. Фрилансеры знают, знают охранники. Танцы балетные, рэперы местные вместе поведают, видеть советуют. В оперном театре будет балет, будет в культуре глубокий след. Билет на балет, брать или нет? Берите билеты на этот балет! В оперном театре будет балет, будет в культуре глубокий след. Билет на балет, брать или нет? Берите билеты на этот балет!
выпустили, так сказать, пиво, очень похожее на афишу, которая была тоже нестандартная, поскольку, как я и сказал, балет, спектакль сам, шоу нестандартное. А, да, использовали здесь и балет, и стиль гопников, который частично есть в балете, совсем немножко, но мы, так сказать, сделали на нем хороший акцент и не прогадали. Также здесь есть QR-код, по которому человек мог донировать. Дополнительно. Да, еще не сказал, что, в принципе, часть денег от продажи, где примерно $0.5 шло на балет. За дирижерским пультом сегодня Павел Клиничев, дирижер Большого театра России, уже долгие годы сотрудничающий с Уралбалетом. Здесь он ставит как классические постановки, так и новую музыку. Бургер, пиццу, роллы, суши.